Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Summoner Storm. Ну что, откроем сундучок и посмотрим. Так, 30 монет, дикарка, двойной кинжал, болотный корень и статик. Окей, давай следующим будет вот это у нас идти на открытие. Ну что, друзья мои, я за кадром пофармил, очень много фармил, но маленький, конечно, у меня результат. Вот единственное, что я грома прокачал до 11 уровня, получил эпическую карту Костлявая Мэри. Она очень хороша против вот этих мелких пакостников, типа бомбежника вот этого, да, против вот этого, естественно, против этого. Короче, вот такая у меня, ребята, в данный момент колода. Я ей играл на арене. Арена пятая, как видишь, у меня уже. И ждал с нетерпением вот этой серии, чтобы пройти до 85 уровня, может быть, даже до 90. Посмотрим, как пойдет. Так, что у нас тут? Ёк-макарёк. Да, здесь будет очень неприятно. Особенно вот этот меня больше всего раздражает. Ладно, с первой попытки вряд ли, конечно, что-то у нас получится. Так, у них их стрелок есть. Блин, мне надо молнию как-то прокачать. Плюс вот этот еще бомбер. Плюс шаман. Воу-воу-воу. Так, не забывай, что он сейчас наверняка будет вызывать стрелка. Блин, вот здесь я лопухнулся, друзья мои. Я думал, что он будет стрелка вызывать. Вот это да. Вот это я тут обделался. Вот теперь-то он его как раз и вызывает. Ну-ка. Норма. Тут сфейлился я, конечно, к сожалению, ребята. Хотя, подожди, может быть, еще не свалился. Посмотрим. Шаман, ты черт тебя подери, а? Да, он, конечно, меня достанет сейчас своим этим вот... Я говорю, ребят, вот это вот самый бесявый для меня в данный момент. Хмыреныш. Раздражает просто. Он позвал все-таки, да? Своего бомбера. А единственное, что может быть вот так вот бомбануть... Его все равно нужно гасить в любом случае, ребята. Вон, уже стрелка позвал. Короче, молнию ждем. Молния. И убиваем. Так-то оно будет поэффективнее. И сейчас я тоже вызываю стрелка. У него, по-моему... Куда там раз... Опс. Замечательно. Блин, все равно, да? Траванул. Сейчас посмотрим, он шамана вызовет. А нет, не вызывает он шамана пока. А вот то, что он вот эту вот пухалку достал, это, конечно, не очень хорошо. Ты бич. Все, я тебе скажу уже, ребята, авансом. Ему крышка здесь. Да, ему здесь крышка. У меня стрелок стоит. Ему просто уже здесь не пробиться. Поэтому мы его сейчас здесь и прижучим. Все. Кстати, это тоже Рэй был. Я только сейчас обратил внимание. Может быть, это мой двойник. Так, монетки, 20 опыта и алхимик. Так, ну деньги я не буду, наверное, увеличивать. Хотя я не буду. Так, тут очень много рекламы, ребят, поэтому с замиранием просто опасаюсь. Так, тихо. А вот это кто? Вот, так, вот такого я еще ни разу не видел. Хм. Остальные, в принципе, все знакомые личности. Погнали. Блин, мне надо молнию прокачать до 12 уровня, но не хватает монет. Так, что он будет делать? Он 100% тоже будет вызывать грома. 100% тебе говорю. Так, нам нужно с тобой поставить танка. Танк у меня выступает именно алхимиком. У него заклинашек, по-моему, нету, да? Заклинашек у него нету. Так, стрелок. Куда же ты бомбишь-то там, родной мой? Ай-яй-яй. Ладно, фикси. Вот, кто ты такая? А, с щитом. Ребята,
Я еще потихонечку стал играть «Поймай курицу, если сможешь». Все, наверное, помнят, да, игру. Я назвал вот это вот клоном Вадзигена. Ну, я в нее вернулся, ребята. Поиграл очень много за кадром, вспомнил, как говорится, освежил память. И поэтому сегодня, наверное, мы и поиграем в нее даже. Так, 20 опыта, и последняя карта — это «Черная борода». Окей. Переходим на 83-ю миссию, смотрим. Ну вот, даже здесь уже пошли эпики. Так, что нам здесь делать? У него тоже есть, да, пиратка. У него пламя. Джин мне не нравится. Твою налево. Ну а что делать? Вот то, что у него пламя еще есть, меня вот это, конечно, очень нервирует. Если бы у него не было бы заклинаний бы, было бы все намного лучше, поверь мне. Тут придется пиратку вызывать, естественно, ребят. Он тоже, видишь, что делает? Сейчас посмотрим, будет ли он пламя свое применять или нет. Применил. Он думал, что я... Он, наверное, подумал, что я буду стрелка тут выставлять, да? А там вышел гром, поэтому он свое пламя, как говорится, просто сфейлил. Ну что? О, 360. Вот это уже другой разговор. 20 опыта. Так, дикарка. Опа. Наездник на медведя. Ну, это обычная карта. Так, моряк Морган и травница. Вот это уже есть смысл умножать на 2. Ой, на 5. 1845. Слушай, вот это уже совсем другое дело. Тогда мне даже хватит, наверное, на прокачку. Так, погоди секунду. Выиграйте 3 битвы на карте подряд. Это мы сделали. Достижений пока никаких нету. Ладно, не страшно. Ну что, прокачаем, да? До 12 уровня. Теперь мы наносим с тобой 483. Ну, по сравнению, ребята, с пламенем, пламя наносит намного больше урон. 798. Но, смотри, в чем дело. Тут радиус эффекта 1,5, а у молнии 4,2. То есть она захватывает намного больше, но атака меньше. Что мы с тобой можем еще прокачать? Ну, в принципе, тут есть кого качать. Как видишь, у меня тоже, ребят, скорпион до 10 уровня прокачался. Моргана можно, в принципе. Оу. Слушай, ну, 14 уровень Моргана, у него 2775 здоровья. Это как... А сколько у меня? Он даже переплевывает моего алхимика. Но алхимик иногда воскрешает умершего героя с 30% здоровья. Не знал, что на 34 уровне он такое может делать. Вот то, что он отравляет, ребята, и то, что он может сделать, либо замедление, либо ускорение, либо отхил, вот этим меня, конечно, он подкупает. Ну и очень быстрый. Это танк, ребят, который очень быстро бежит. Остальные все еле-еле идут. Кстати, вот это вот мне не нравится. Здесь локи 5 уровня. Воу-воу-воу. Ну, допустим, я начну вот так. Угу. Я почему-то даже не сомневался, что именно этого возьмет он. Так, стрелок. Блин, не туда. Сейчас ушатает мне, конечно. Ну, давай. Вот против мелких этих. Блин. Шамана надо врубать. Ну, стрелок, бомби ты уже. Вот это меня раздражает. Есть. Так, давай молокососа выпустим. Угу. Замечательно. Да, шаман, конечно, подбил. Успел, да? Ну все, я думаю, тут ему, конечно, кранты. Мы его сейчас прижучим. Плюс отравление там срабатывает. Плюс мои алхимики тут стоят. Они просто не дадут ему здесь ничего сделать. Все. Просто за то время, что я играл за кадром, ребят, я тут приналовчился чуть-чуть. Я там против эпиков еще воевал. Против легендарок. Так, Сара Шип. Ну, здесь мало, поэтому пропускаем.
Переходим с тобой. По-моему, сейчас... Да, вот она, 85-я миссия, где у нас как раз будет и сундучок. У него левел 4, а у меня, по-моему, левел 8. Но он уже имеет легендарку, а это говорит о том, что, друзья мои, он продонатил. И у него 7 уровня чувак на медведе. Не помню, что он делает, сейчас посмотрим. Что этот чувак на медведе делает? У него, по-моему, заклинаний нету, да? Вот он, ребята, вот он, чувак на медведе. Возьму пиратку. Блин, джин вышел. Давай, наверное, так бомбанем с тобой. Опа. А что это мы еле-еле бежим? Смотри, что творит. И что он сделал? Ну, он потратил, короче, ребята, пламя. Значит, нам нужно вызвать стрелка. Ну... Блин, он достанет сейчас меня. Так, они отравлены, да? Отравлены. Теперь нам нужно вызывать грома. Блин, грома вызывать. Этот стрелок там стоит. Пиратка. Все. Адьюс. Так, теперь нам с тобой нужно вызывать стрелка. Вот что я тебе скажу. Он же потратил пламя? Потратил. Ну и все, в принципе. Все, ему кранты. Мы его сейчас просто расстреляем. Пиратки — это такая вещь. Правда, она у меня первого уровня. Но этого достаточно, чтобы тут задать жару. Так, 20 опыта. Мясник. Алхимик. Моряк Морган. И Рам. Это новая редкая карта, друзья мои. Одним словом я тебе скажу так. Это таран. Это черепаха, которая бьет и может оглушить противника. Так, Сараши. Вот здесь вот, ребята, плохо. Во-первых, здесь у него лучница. Самый противный — это Сарашип. Но он взял 2 танка. Плюс шаман. И скорпион. Здесь даже не знаю. По идее, здесь нужен ракетчик, но я хочу рискнуть вот таким составом своим прежним. Потому что молния в любом случае уничтожит и Сарушип, и лучников. Но это нужно сделать, сопоставить, так скажем. Чтобы это все идеально выглядело. У него скоростных нету, да? У него скоростных нету, поэтому... Блин! Хорошо, возьмем пиратку. Вон. Сарашип бежит. Вот здесь как раз надо будет вот так делать. Именно для этих случаев, друзья мои, все это придумано. И теперь нам нужно с тобой взять стрелка. Стрелок как раз будет контрить их всех тут. Потому что заклинаний у него нету. И, соответственно, мы его здесь сейчас прижучим. Он уже тут ничего не сделает. Так что, Николас, пока. Возможно, мы с тобой сейчас дойдем до 90 уровня. Так, 20 опыта, моряк Морган и кристаллический портал. Грутта. Окей. Так, ладно, двигаемся с тобой дальше. 87-я миссия. Подожди секунду. Так, друзья мои, ну вот это вот нужно все получить. Ладно, это я сделаю за кадром, потому что вот этот сундучок дает неплохие награды и в плане денег. Несмотря на то, что он рекламный, дает неплохо денег и дает хорошие карты. Что очень странно. Ну, естественно, вот этого выжигателя 5 карточек, потом
ты получаешь 5 карточек, тебе предлагают еще посмотреть, чтобы их умножить на 2. То есть 10 карточек статика ты можешь получить. Ну, не статика, это вжигательный у нас. Плюс 200 монет. Ты смотришь первую рекламу, потом тебе предлагают еще посмотреть, то есть умножаешь еще на 2. 400 монет можно получить. Ну, а 10 кристаллов, как 10 идет, так 10 ты и получишь. Это я все сделаю за кадром. Ребят, мне нравится, что сундуки здесь можно открывать. То есть один просмотр рекламы дает тебе вот на большой сундук 2 часа минуса. То есть 2 рекламы смотришь, сундук вот этот открывается. Этот сундук открывается за один просмотр рекламы. То есть это очень выгодно. Причем рекламы там можно даже не досматривать. Там заранее появляется отключить, ты отключаешь и все там. Так что, ребята, никаких проблем нету. Ладно, 87-я миссия, поехали. Смотрим, что у нас тут. В принципе, ничего страшного нету. Вообще ничего страшного нету. 2 бегуна у него, плюс вот лучник, единственное, что может напрячь. Но я думаю, что до него мы можем дотянуться с помощью своего стрелка. И по возможности, ребят, сразу выпускаем грома. Нет, тут уже не получится грома. Тут надо, видишь, мелких выпустил. Вот именно мелких она вырубает, конечно. Ах ты! Ну, пришлось. Так. Значит, все-таки у него мелкие, да, есть? А вот, ребята, и тот самый лучник, про которого я тебе говорил. Вот он сейчас может нам нервишки-то вытрепать. Поэтому здесь стрелок. Сразу же. Да куда ты разогнался? Побежал он там. И гром. Нет, надо вначале выпустить танка, а уже гром потом. Все, мелкие эти не пройдут. Пиратка просто их контрит на изи. Ну да, то, что она против стрелков, конечно, очень слабенькая. Любой урон, не имеет значения, шаман это или еще кто-то, сразу погибает. Ну а тут мы с тобой выиграли. Так, забираем с тобой сундук. Монетки. Это опыт и одна карточка травницы. Плохо. Ну вот и 88-я миссия. Смотрим, что у нас тут. Ну, я тебе сразу скажу, вообще изейший. Хотя, подожди-ка, у него пиратка 4 уровня. Это по сравнению с моим 1 уровня, это уже вызов. Мелкими, ну у меня мелких нет. У меня только один мелкий. И ты прекрасно видишь, кто это. Ага. Вот что он сделал. Он потратил молнию сейчас только что на твоих глазах. Поэтому сейчас мы этого с тобой барда уничтожим. Он вызвал пиратку, да? Не судьба. Ну, давай, быстрее, родной, добегай. Есть. Отравление очень хорошо, ребят, отнимает здоровье у врагов понемножку, но эффективно. Всякие там толстячки, в общем, все вот эти вот дамагеры, которые бегут, пиратка с ними справляется на ура. Поэтому я считаю ее одним из топовых персонажей. Ну, как для меня. О, здесь если нам дадут бонус на умножение, то мы с тобой посмотрим рекламу для того, чтобы приумножить наши деньги. Угу. Ну, смотри, 1955 монет в копилочку. Я считаю, неплохо. Ну, а вот 89-я миссия. А вот здесь похуже, друзья мои. Вот это вот. Вот эта пакость, самая настоящая. Тут одной молнией вряд ли отделаемся. Сейчас подумаю хорошенько. Может быть, вместо грома взять мне еще одно заклинание? Наверное, так и придется сделать. Возьму я, наверное, огонь. Так. Закрываем. Я возьму сюда, наверное, огонь. Хотя можно взять... Нет, бомбер это не то. Все-таки, наверное, огонь. Мне главное потом не забыть поменять. Почему? Почему я так переживаю? Сейчас увидишь.
Или шамана взять? Нет, все-таки огонь. Ребята, у этой магички она пускает по земле такую волну, и она, эта волна именно, уничтожает всех, особенно вот этих вот бегунов, да, вот этого, пиратку на изи снесет. То есть, можно, конечно, поменять, но я хочу сразиться. Плюс он в себе взял здесь шамана. Паук 7 уровня. Так, ну что, давай посмотрим, как вообще здесь у нас пойдет дело. Так, я уже думал сейчас. Чего? Вызвал? Да, ребят, вызвал. Поэтому ее сейчас надо сносить. Упс. Ну все, а раз уж мы уже ее пробили, она очень дорого стоит, ты не думай. Все. Мы отделались здесь, так сказать, легким испугом. Так, монетки, опыт и карточка выжигатель. Ладно. Ну что, у нас с тобой получается последний 90 уровень. Ну, я тебе скажу, вот это все фуфло. Циклоп, я не знаю, почему, ребята, он здесь легендарный. Я и 2-го, и 5-го уровня бил. Вата ватная. Да, мощный идет. И все. Никаких суперспособностей у него нету. Просто идет как танк. В общем, сейчас посмотрим. Но вот тут... А, погоди секунду. У него здесь довольно быстрые юниты. То есть у него S. Вот этот чувак и Грута. Ну, в принципе, для этого нам пригодится Гром. Он с этими ребятами любит как раз забавляться. Но он будет вызывать циклоп, это понятное дело. О боже, да вот. Так, пиратка мне нужна. Он сейчас будет, скорее всего, пламя даже применять, не? Ну да, применять пламя. Ну, как видишь, Гром у меня довольно крепкий парень. Все, 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 циклопу крышка, друзья. Подбил все-таки не Грома, но мы его сейчас расстреляем здесь. В принципе, все. Почему, ребята, все? На циклопа он очень много потратил энергии. И при этом он еще и стрелка выбрал. Воу. Так, слушай, ну, опыт. Так, барнбласт. Алхимик. Гроза. Травница. Священный свет. Ребята, это хил. И Локи. Так, а по-моему, мы еще можем с тобой забрать сундук. Или это и был? А, это и был тот самый сундук, да, получается? Погоди секунду. Кое-что глянуть хочу. Локи. Так, что он делает? Мистический лечебный луч, который излечивает дружественных героев на небольшой площади. Количество исцеления 330, область эффекта 3. Мало, конечно, кто его, ребята, применяет, вот исцеление. Я бы, честно говоря, хотел бы получить себе яд. Но не выпадает мне эта карта пока, к сожалению. Ну что, будем закругляться или... Давай, наверное, мы, наверное, будем закругляться, потому что сегодня прошли довольно неплохо. Как по мне, на арене у нас что? Сундук надо добить. Вот смотри, сейчас заходим на арену. Посмотри, какие против меня тут бизон, ребят, выходят. Это трэш. Сейчас я тебе продемонстрирую, как это выглядит все в поединках. Он 5 уровня, прикинь, у него 3 леги. Спрашивается, откуда ты взял эти леги? Жесть какая-то. Ну ты посмотри, на. Да, тут, тут без вариантов, по-моему, ребят. Тут без вариантов. Единственное, что, ну, молния может быть. Ну, ты сам видишь. Во-во-во-во-во-во, началось.
Все на своих легендах, ребят, на легендарных картах, естественно. Она, видишь, она когда бьет вот этого чурла, она себе восстанавливает хп. Тут еще этот бородач прилетел, который за три... Ну все, тут просто смели, ребят. Во-первых, тут еще очень маленькая дистанция дана. Почему-то, я не знаю, вот в некоторых событиях длинная дистанция, а в некоторых короткая. Ну, я буду продолжать до тех пор, пока не получу себе сундук. Здесь. Вот это хламонка, ребят. Ну, тут вы поняли уже, да, что я обычно применяю. Это нужно нам взять пламя. Вот так. Потому что, ну, против этой хламонки драться фигово. Тем более здесь у него еще... Слушай, я удив... А, второго уровня. Ё-моё. Значит, он их будет обоих отправлять. Да, он будет их обоих отправлять. Поэтому берем сейчас с тобой стрелка. У него пламя же там, по-моему, да, было? Сейчас проверим. Да, блин. Начинается, короче, вот эта вот вся фигня. Короче, нам нужно пламя с тобой. Ё-моё. Так. Так. Эть, нормуль. Давай еще вызовем одного. Все, да, профукался на легендах на своих. Ну да, ребят, ах ты. Успел таки вызвать жучару этого, да? Все. Ребят, я обещал сундук набить себе. Я обещал, я сделал. Фух. А вот и сундук. Ну что, друзья мои, на этом я закругляюсь. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.